Привет! Меня часто спрашивают, что же подарить женщине на 8 марта? Я долго думала, и у меня созрел ответ. Неважно. Ты, конечно, можешь подарить ей какую-нибудь вкусняшку. Или отпадные духи. Или даже шикарное кольцо с гигантским камнем. Но чего же мы на самом деле хотим? Заботы. Разделите с нами нашу радость. Проявите особое терпение. Уделите нам больше времени. И пусть этот подарок станет лишь поводом для приятного времяпрепровождения.